предложение только сегодняшнего дня. И мы его обновили, потому что за первые два эфира наше предыдущее главное предложение дня было полностью распродано. Вот вы знаете, печь, выпекать, разогревать, жарить, тушить и делать это все как настоящий профессионал, это возможно. Мы поедем на дачи. У кого-то в доме вообще нет духового шкафа. Мы нашли решение. Конвекционная печь StarWind сегодня попадает к нам в рубрику, да еще и по специальной цене. Олег Сотников лично проверил и приготовил большое количество блюд и поделится с нами. Взгляните, друзья мои, это только три печи, которые мы показали. Печь с размером микроволновку, которая не занимает много пространства, приготовит вам идеально даже два блюда, которые нельзя совмещать по товарному соседству, потому что обычной печи запахи будут впитываться, а здесь никогда не будет впитываться. Бренд StarWind. Прекрасный бренд из Швеции, который предлагает вот такое вот решение. Размеры компактные, 45 на 35. Потребляет не очень много энергии, а значит экономит ваши затраты. Друзья мои, два блюда одновременно с режимом конвекции сделает эта прекрасная печь. Давайте посмотрим, что она может сделать. Внимание на экран. Посмотрите, на верхнем ярусе мы приготовили ребра, а на нижнем ярусе мы приготовили великолепную картошку. Причем, что мне очень нравится, идеально корочка со всех сторон за счет именно режима конвекции. Вы представляете? То есть конвектомат работает правильно, а конвектомат — это профессиональная система, а значит есть смысл доверять. Вверху ребрышки, решетка гриль позволяет вам приготовить шашлыки, приготовить рыбку, приготовить, например, еще что-нибудь. Кстати, ты знаешь, что здесь у нас 4 нагревательных элемента. Причем они расположены на расстоянии 12 сантиметров друг от друга, что позволяет вам не переворачивать. То есть корочка будет идеально со всех сторон. Удобное управление. Взгляните, управлять этой прекрасно, очень легко. Здесь есть температурный режим вплоть от сушки, то есть можно температуру 80 градусов и 230. Очень удобно. Давайте посмотрим. Вот эта верхняя у нас клавиша, чтобы сделать хорошую корочку. Давайте посмотрим. Чтобы так красиво, как у тебя было. Да. Сам температурный режим у нас составляет от 0 до 230 градусов. То есть мы можем и создать правильную корочку, гриль, блюда и так далее. Мне нравится то, что здесь 6 режимов разного приготовления. Здесь есть отдельно верхний нагревательный элемент, отдельно нижний нагревательный и режим конвекции. И таймер, то есть позволяет нам ставить время приготовления 90 минут, после приготовления она отключается. Режим конвекции находится правильно абсолютно. В отличие от других духовок, он находится сбоку, что позволяет нам еще раз обжарить со всех сторон. Ты знаешь что, Аня, здесь есть прекрасная функция самоочистки и подсвета. Давайте посмотрим на экран, как работает режим конвекции. Смотрите, вот эти вот волны, горячие потоки, они идут сбоку, окутывая блюдо, которое находится внутри. Плюс работают правильно 4 нагревательных элемента и сверху, и снизу, что позволяет нам не переворачивать противень и приготовить самые лучшие, допустим, такие как безе, торт или всевозможные ребрышки. Функция самоочистки, друзья мои, знаете, идеально работает. Все очень просто. То есть вы берете, вот так вот снимаете, закрываете, вот так вот режим, ставите максимальное время приготовления на самом дисплее и максимальную температуру, и ставите 2 тена и оставляете буквально 90 минут. Сама все выгорает, и вам остается просто протереть тряпочкой. Вот как-то так. Ты знаешь, я могу тебе сказать, что премьера лота была в конце января 2021 года, и все остатки, это более 200 единиц, были проданы на 20-й минуте. За две презентации продается более 500 единиц. Смотрите, вы получаете саму конвекционную печь, вы в ней можете делать абсолютно все, что угодно, запекать, жарить, даже варить. Но она небольшая, она размером с микроволновку. Также вы получаете в ней объем 30 литров. В комплекте идут два вот таких важных атрибута. Это противень ребристый с эффектом гриль. Вот такая решетка. Поддон с самоочищением. И держатель, то есть вам даже не понадобятся прихватки. Цена, которая действует только сегодня, самая выгодная. 4999 рублей. Это бесплатная доставка. Вы можете сэкономить, если, кстати, вы оплатите свой заказ онлайн. Плюс ко всему, не забывайте, что не 8 практически, да, тысяч рублей, а менее 5.
это шикарная возможность, потому что такая потрясающая печь нужна везде. Если вы искали компактную печь, но которая выполняет функцию обычной духовой печи, которая есть в каждом доме, это то, что вы искали. Вот я, знаете, пару раз снимала квартиру, где не было духовки. Для меня это целое мучение, потому что мне всегда что-то надо запечь. Тем более я делаю торты. Если мы едем на дачу, мы знаем, что в основном у нас там есть только печь, духовой шкаф, это вообще редкое явление. А ведь и на даче хочется с яблочками шарлотку испечь, да? Или, допустим, картошечку молодую в духовочке запечь. Это же идеально, тем Совершенно более они верно. Все можем сделать. Смотрите, правильно? Позади меня находятся 4 духовки. Размер их составляет примерно 60 на 60. Потребляют они больше 3,2 киловатта. Наша чуть больше киловатта, что позволяет вам сэкономить электроэнергию. Теперь по размерам. Смотрите, как удобно вот правильно ее разместить. Размер составляет 45 сантиметров у нас в ширину, 45 сантиметров. И высоту составляет 30 сантиметров, что позволяет реально сэкономить место. То есть по размерам она точно такая, как микроволновка. Но в ней нет микроволн, которые очень нехорошо влияют нам на здоровье. В чем преимущество этого прекрасного решения? То, что оно работает с режимом конвекции. Правильно показывает оператор. Вот отсюда идут тепловые потоки. 4 нагревательных элемента плюс тепловой поток позволяет тебе прожарить идеально со всех сторон любое блюдо. Кроме того, режим конвекции – это редкая функция, которая позволяет тебе готовить 2 блюда одновременно, причем абсолютно разные. Вверху ты можешь приготовить овощи, внизу приготовить рыбу. И запахи у тебя абсолютно не будут смешиваться. Слушай, а ведь если вот как ты сделал с ребрышками, сок от мяса будет капать на картошку, да? И у вас получится вообще сразу 2 в одном. Я, конечно, не могу устоять, потому что я хочу рыбку вот эту волшебную, и невозможно устоять. Пожалуйста, я тебе сейчас отдаю, но перед тем, как я отдам, обязательно вот этот вот соусом хорошим, соевым, карамелизированным надо полить и обязательно тебе приправить острым перчиком. Только перец мне не давай. Отдаю. Нет, вот такая красота, внимание, менее 5000 рублей. Возьмите, впереди дачный сезон. На даче вам будет всегда комфортнее проводить время, а я забираю себе целую тарелку, и я не собираюсь ни с кем делиться. Итак, успейте, 4999 рублей. Все, что вы захотели бы приготовить, идеальная рыбка. Звоните.